Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 379. Анализируем. Первое задание. Начертите какой-нибудь острый угол и постройте угол, дополняющий его до развернутого угла. Начертим острый угол. Построим угол, который дополняет его до развернутого угла. Развернутый угол образуется двумя лучами, которые составляют прямую. Дополним один из одной из сторон острого угла до прямой. Аналогично начертим тупой угол и дополним его до развернутого угла. То есть одну из сторон угла дополним до прямой. Мы видим, используя эти два рисунка, что если угол изначально острый, то угол, дополняющий его до развернутого, тупой. И если изначально угол был тупым, то угол, дополняющий его до развернутого, острый. Используя это, можно ответить теперь на второй вопрос. Пусть углы АОБ и БОС составляют развернутый угол. Отметим на следующий вопрос. Каким является угол БОС, если угол АОБ острый? Угол АОБ острый. Тогда угол БОС будет тупым. Теперь угол АОБ прямой. Тогда угол БОС тоже будет прямым. И угол АОБ тупой. Тогда угол БОС будет острым. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.